Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня мы продолжаем серию программ под названием «Крещение во Святой Дух». Мы уже говорили о том, что есть два этапа получения Святого Духа. Примером этого стал сам Иисус. Он имел Духа внутри, от самого рождения, а потом Дух Святой сошел еще и на Него, и Он получил силу для служения. Это произошло во время Его крещения в возрасте 30 лет. Иными словами, у обещанного от отца было два компонента. Первый компонент — это дух внутри, а второй — это дух на нас, что также известно как крещение в дух. У Иисуса крещение в дух было отдельным событием после принятия духа внутрь. Затем то же самое мы видим в жизни апостолов. Вечером в пасхальное воскресенье Иисус дунул на них и сказал, «Примите Дух Святой». В тот момент они приняли Духа внутрь. Именно тогда они родились свыше. Затем, 50 дней спустя, в день Пятидесятницы, они были крещены в Дух. Тогда Дух Святой сошел на них и помазал их, и наделил силой для служения. Как видите, эта схема повторяется снова. Но чтобы понять это лучше, мы должны копнуть немного глубже. В деяниях 2 главе Петр подметил, что для того, чтобы Дух Святой излился, Иисусу вначале нужно было вознестись и принять от Отца обещанного Духа. И тогда Он смог излить его на нас. Он был вознесен и посажен по правую руку от Бога. И получив от Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. Если вознесение произошло через 40 дней после воскресения, то как Иисус мог дать Духа апостолам в день своего воскресения или хотя бы один аспект этого обещания ⁇ Дух внутри. Это кажется противоречивым, потому что он вначале должен был вознестись на небо, чтобы получить Духа. Именно поэтому мы решили немного отклониться от темы и поговорить о чем-то очень важном. А именно, Иисус вознесся на небо в утро своего воскресения. Он поднялся к Отцу, и это было примерно в 8-9 часов утра, для этого было множество причин. Во-первых, ему нужно было исполнить праздник первых плодов, а это означает, что ему нужно было представить себя Богу как первый плод. Во-вторых, он должен был вознестись в день своего воскресения, чтобы принести свою кровь в небесное святое святых. И это было бы доведением до конца того завета, который он заключил на своей крови. А в-третьих, ему нужно было получить всю власть на земле и на небе. Это должно было произойти раньше, потому что во время сорокадневного пребывания на земле он сказал, что уже получил всю силу и власть. Также в книге Даниила, 7 главе, сказано, что для этого? Ему нужно было предстать перед престолом Божьим. И в четвертых, ему нужно было принять Духа Святого для нас с вами. А для этого нужно было вознестись на небо. И сегодня мы рассмотрим это вознесение Христа, которое произошло в утро Его воскресения. Благодаря тому, что Он получил Духа именно во время этого вознесения, Он смог передать Его своим ученикам. Вначале... Они получили Духа внутрь, а через 50 дней Дух сошел на них. Тоже относится и к нам. Тот факт, что вы родились свыше и приняли Духа Святого внутрь, не означает, что вы приняли также и крещение в Дух, или Дух сошел и на вас. Если этого с вами еще не произошло, то вам нужно стремиться к этому. Мы видим это вознесение в Евангелии от Иоанна 20 главе, когда Иисус явился Марии Магдалине. Он явился ей прямо перед вознесением. Он потому явился ей в то время, чтобы мы знали, что он тогда делал. Когда Мария попыталась прикоснуться к Иисусу, он сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, «А восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Здесь Иисус говорит, что он как раз в процессе вознесения. А зачем ему говорить Марии, чтобы она не прикасалась к нему, если он собирался вознестись только через 40 дней? Это не имеет смысла. Это также противоречит другим местам Писания. В Евангелии от Матфея... 28 главе 9 стихе сказано, что через час или два он встретил других женщин, и они пали к его ногам и поклонились ему. То есть он позволил им сделать то, что ранее запретил сделать Марии. Если его вознесение планировалось только через 40 дней, то причина, которую он привел Марии, не касалась этих женщин. А позже его обнимали апостолы, а потом и Фома, но Марии он почему-то запретил прикасаться к нему. Причиной было его вознесение. Единственный способ разобраться в этих местах Писания — это принять тот факт, что он действительно вознесся после разговора с Марией. Именно поэтому Марии нельзя было прикасаться к нему. Одной из причин вознесения Иисуса было выполнение праздника первых плодов. Об этом мы говорили в прошлый раз. Он принес себя Богу как первый плод. В то самое время в храме колыхали перед Богом сноп первого урожая. Также Иисус поднялся на небо и предстал перед Богом как первые плоды, как святое приношение. Именно поэтому Марии нельзя было прикасаться к Нему. Также в прошлый раз мы говорили о том, что вместе с Иисусом воскресли другие они тоже стали частью этого сна по первых плодов, которые он принес Богу. А еще он проповедовал Евангелие всем праведникам в раю, и все они родились свыше. А поскольку они родились свыше, то он смог забрать их с собой на небеса. Он освободил рай и перенес рай на небо. А вот что значит «вошед на высоту, пленил плен», и дал дары человекам. Итак, в утро своего воскресения он взял с собой на небо всех ветхозаветных святых, и теперь они на небе. Как сказано в послании к евреям, это 12 глава, 22 стих, «К духам праведников, достигших совершенства». Они были праведными в раю, но они еще не стали совершенными. Пока не вступил в силу Новый Завет, они не могли стать совершенными. Но как только Иисус пролил свою кровь и воскрес из мертвых, они смогли родиться свыше. В первом послании Петра, 4 главе 6 стихе, сказано, «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они жили по Богу духом». То есть их дух ожил, они родились свыше, и тогда Иисус забрал их с собой на небеса. И в послании к евреям 12 главе 22 стихе мы видим, что они уже на небесах. Тут сказано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, записанных на небесах, и к суде всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Это и есть ветхозаветные святые. Слава Богу! Они попали на небо во время первого вознесения Иисуса. Но на небесах есть еще что-то, доказывающее, что Иисус должен был вознестись именно в день Своего воскресения. Тут сказано и к ходатаю Нового Завета, Иисусом и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Заметьте, что кровь Иисуса находится на небесах. Итак, мы видим, что в день своего воскресения Иисус должен был исполнить праздник первых плодов. Ему нужно было принести приношение из первых плодов, которыми нужно было колыхать перед Богом. Для этого ему нужно было подняться на небо и быть принятым Богом за нас. Иисус был принят Богом как наш представитель Нового Завета. Он был принят Богом, и это очень важно. Это первое, что он сделал, исполнил праздник первых плодов. А также ему нужно было принести свою кровь в небесное святое святых, как основание для Нового Завета. Хотя Христос умер и воскрес, до конца его искупительная работа должна была быть доведена на небе, чтобы нам был дан дар Святого Духа. Итак, Иисусу нужно было принести свою кровь, и он не ждал 40 дней, чтобы сделать это. Это нужно было сделать в день воскресения. Вот почему кровь Иисуса сейчас на небесах, когда он отнес ее туда в утро своего воскресения. Об этом сказано в послании к евреям, 9 главе, 11 стихе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Итак, чтобы приобрести вечное искупление, он понес свою кровь в святое святых. Это прообраз искупления в судный день. Как мы уже видели, Писание говорит, что кровь Иисуса уже на небе. Ее сравнивают с кровью Авеля. Кровь Авеля окропила землю, а кровь Христа — небеса. Кровь Авеля взывала о месте, а кровь Христа взывает о милости и нашем прощении. Иисус должен был войти в небесное, святое святых, со Своей кровью, чтобы представить ее как полную и окончательную сатисфакцию за наши грехи и для того, чтобы в силу вступил Новый Завет. Все это должно было произойти на небесах до того, как мы могли получить духа в Новом Завете. Именно поэтому Библия говорит, что дар духа не мог быть дан, пока Иисус не вознесся на небо и не был прославлен, получив всю силу и власть. И все это произошло во время его первого вознесения. В Евангелии от Иоанна 7 главе, 39 стихе сказано, Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть Иисус не мог дать Духа Святого своим ученикам, пока он не был прославлен, пока он не поднялся на небо и не получил всю силу и власть. Дух Святой дается не по нашим заслугам, а на основании искупления Христа, на основании Его крови которое не было доведено до конца, пока его кровь не была представлена на небе. Поэтому передача Святого Духа была свидетельством того, что кровь Христа была принята как достаточная плата за наш грех и за нашу вечную жизнь. Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, водою рождения и кровью его смерти. То есть Христос родился и умер ради нас. Не водою только, но водою и кровью и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Иными словами, Дух свидетельствует о крови. То есть получение Духа говорит о том, что кровь была представлена за нас, чтобы очистить нас от греха и заплатить за благословение Духа. Он не мог дать нам Духа до того, как представил свою кровь. Опять же, это произошло в день его воскресения. Об этом сказано и в Деяниях второй главе. Итак, он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Впервые Иисус вознесся десницей Божией в день своего вознесения. Именно тогда он получил обещанного Святого Духа. Вот почему он мог передать его своим ученикам в тот же вечер. Итак, заплатив за наше искупление своей кровью, Он поднялся на небо и представил там свою кровь ради отцовского принятия и как печать Его завершенной работы. Только тогда Он смог получить Духа Святого, чтобы излить Его на верующих. Многие считают, что он поднялся с кровью на небо и получил Святого Духа 40 дней спустя, но это не имеет смысла. Он должен был сделать это в утро своего воскресения, потому что следующие 40 дней он заявлял, что уже все сделал. Он дал духа своим ученикам и говорил, что имеет всю власть на земле и на небе. Зачем ему ждать 40 дней, чтобы завершить свою работу по утверждению Нового Завета? Сказано, что именно он сделал, когда принес свою кровь в небесное святое святых. «Кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы призванные к вечному наследию получили обетованное». Именно во время этого вознесения он официально стал ходатаем, а Новый Завет вступил в полную силу. Благодаря этому мы смогли получить наше наследие. Иисус должен был сделать это в день воскресения. То есть целью этого вознесения была инаугурация Нового Завета, и это подтверждают слова Иисуса к Марии, он сказал ей, что поднимается на небо, чтобы ввести в действие новые заветные отношения. Обратите внимание, что он ей сказал. Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим. А вот что стало новым. Теперь мы Его братья, потому что мы рождаемся благодаря той же работе Духа, как и во время воскресения Иисуса из мертвых. В Новом Завете мы Его братья, а он первенец из мертвых. Я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Иными словами, я уже все сделал, но нужно довести это до конца, и теперь мой Бог ваш Бог, а мой Отец ваш Отец. То есть, я стану вашим представителем, вашим посредником перед Богом, и у вас с Отцом будут такие же отношения, как и у меня. Речь идет о вступлении в силу Нового Завета. Итак, Иисус вознесся, чтобы официально довести до конца Новый Завет, представив на небе свою кровь и запустив действие Нового Завета. Затем он получил всю силу и власть от Бога а также обещанного Духа и право изливать Его на людей. Именно поэтому в тот же день Он смог явиться ученикам и дать им Духом, и дунул и говорит им «примите Духа Святого». Почему? потому что он уже получил Духа Святого от Отца, и теперь может передавать его. Это можно понять лишь в том случае, если вы понимаете первое вознесение. Далее, в-третьих, Иисусу нужно было получить всю власть на небе и на земле. Это должно было произойти во время первого вознесения, потому что в течение следующих сорока дней Он говорит, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы. Если бы он получил эту власть во время второго пришествия, то не мог бы сделать это заявление. Он уже получил всю власть. А когда он это сделал? Во время первого вознесения. И это подтверждено в книге Даниила 7 главе. У Даниила было видение об этом вознесении, когда Мессия, Сын Человеческий, получит всю власть. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Мессия, Иисус, дошел до Ветхого днями Отца Небесного и подведен был к Нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Тут описано вознесение Иисуса, когда Он получил всю власть на земле и на небе. Заметьте, что для этого Ему нужно было предстать перед Божьим престолом, то есть, если Иисус говорит, дана мне вся власть, то это означает, что Он уже был у Божьего престола и получил эту власть как Сын Человеческий. Эту же истину мы видим в послании к Ефесянам, 1 главе 19 стихе. Тут вознесение Христа связано с воскресением. Вознесение Христа с получением силы связано с высвобождением Божьей силы во время Его воскресения. Между этими событиями не было перерыва в 40 дней. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. Тут сказано, что сила воскресила Иисуса из мертвых. Но та же сила посадила его одесную, Бога, выше всех властей и все покорила под ноги его. То есть в день своего воскресения он не просто воскрес из мертвых, а поднялся к Божьему престолу и получил всю власть. Об этом же сказано в послании филиппийцам, 2 главе, 9 стихе. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос — славу Бога Отца. Это произошло в утро Его воскресения». Именно тогда он получил всю власть. И в эту власть входило получение Святого Духа и способность изливать его на людей. Это ведет нас к четвертой причине вознесения Иисуса именно в то время. Во-первых, Он должен был исполнить праздник первых плодов, представ перед Богом от нашего имени. Во-вторых, Он должен был получить всю власть на небе и на земле. В-третьих, он должен был представить свою кровь в святом святых на небесах. И в-четвертых, он должен был принять Духа Святого для нас. Как сказал Петр, всего Иисуса, Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. То есть Иисусу нужно было вознестись к Отцу, чтобы получить Духа Святого, чтобы потом излить его на нас. Итак, когда Он вознесся на небо в утро своего воскресения, как первый плод, и представил свою кровь как основание Нового Завета, Он был принят Богом Отцом от нашего имени как наш представитель. Он получил от Бога всю силу и власть, и вполне логично что в это же самое время он получил от Бога Духа Святого. Он получил Духа Святого для нас с вами наряду со всеми благословениями Нового Завета. Все эти благословения передаются через Святого Духа. А теперь, получив Святого Духа от нашего имени, он имеет право изливать этот Дух на всех, кто в нем, на всех, кто верит в него и подчиняется его главенству. А вот почему в день своего воскресения он смог передать Духа Святого своим ученикам. Это было реальное событие, а не просто символическое действие. Он уже получил Духа и теперь передавал его дальше. Дунул и говорит им, примите Духа Святого. А после того, как Дух Божий оказался внутри них, то есть они родились свыше, Иисус начал готовить их ко второй части принятия Духа, когда Дух будет на них. Это два совершенно разных опыта, и Он разделил их промежутком в 50 дней. Возможно, это было связано с пророческим исполнением праздников. Первый праздник ⁇ это первые плоды, а второй ⁇ Пятидесятница. Итак, Дух был принят в два этапа, и между ними 50 дней. Следовательно, это два отдельных опыта, и мы видим это на примере первых апостолов. Итак, в день воскресения он вложил им Дух внутрь, а в день Пятидесятницы Дух сошел на них. Иисус готовил их к этому. И уже в день своего воскресения Он сказал им, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Иными словами, «Я уже вдохнул в вас Мой Дух, а теперь готовьтесь ко второй части, когда Я наделю вас силой свыше». Затем Он объясняет цель и предназначение этой силы. И сказал им, так написано, «И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть своими Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. Итак, теперь у вас есть миссия. Я отправляю вас на миссию. Для этого вам нужна моя сила. Вам нужна сила Божия. Вы соединены с Богом благодаря Духу, что внутри вас. Но вам нужен Дух Божий и на вас, чтобы вы могли быть моими свидетелями. А затем в конце этих сорока дней Он говорит в деяниях апостолов. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо вы будете крещены Духом Святым и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». То же самое Он говорит нам с вами. Он говорит вначале «примите Христа как вашего Господа и Спасителя», и примите Духа Святого внутрь. Но не стоит на этом останавливаться. Поймите, что теперь у вас есть миссия, и для нее вам нужна Божья сила. Вам нужно прийти к Иисусу. Именно Он крестит вас в Дух Святой. Подчинитесь Ему и попросите наполнить вас Его силой, чтобы вы могли исполнить это служение. Попросите Его открыть вам ваши дары и призвания, чтобы вы могли нести силу Божию по земле. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.